Всем привет, с вами как всегда Андрей, добро пожаловать на очередной подкаст. Сегодня будет немножко жизненных историй, также расскажу о канале, там о всяких других новостях, о группе и о странице, поэтому давайте начнем. Ну и как вы знаете, сегодня у нас 1 сентября, у нас сегодня День знаний и... очень много я сегодня слышал поздравлений в мой адрес. На самом деле это никакой не праздник, это наоборот, это день тогда, когда заканчивается отдых и начинается учеба, причем очень тяжелый. Я не понимаю, какой здесь может быть праздник, я не понимаю, кто его придумал. Ох, ну, в общем, сегодня достаточно был такой, ну, легкий день. Я вот пришел, быстренько пахал, правда, сейчас на самом деле не быстренько, наоборот, долго, что-то так жрать захотелось, не могу. Началась у меня учеба, я пошел в 10 класс, это, те, кто не знает, это самый, говорят, сложный класс в школе, который есть, это намного сложнее 11, но я не знаю, я посмотрю, надо еще до 11 дойти, надо еще даже 10 закончить, и... будет достаточно тяжело учиться. Скажу, что сейчас 1 сентября будет все достаточно изи, даже, наверное, будет изи до Нового года. Вот после Нового года, я там думаю, уже реально пойдет чисто задница. Сегодня я буду часто говорить это слово, я знаю, что это групповое слово, но просто описать это каким-то другим нормальным словом нельзя. Это даже еще мягко сказано, что у меня начинается задница. Это начинается великая задница, великая учеба. Ох, блин, мне... знаете, у меня уже настроение так упало, сейчас вот такой сижу, даже не знаю, вот, что делать. Но имею в виду то, что очень тяжелая у меня учеба начинается. Еще хочу поделиться такой небольшой информацией. Сегодня вот как раз вот перед самим вот этим начатием учебного процесса у нас есть такое мероприятие, как линейка. И, знаете, я не знаю, как даже это сказать. Вот я на этой линейке стоял целых 2 долбанных часа, ладно, не 2, хорошо, от часа до 1,5 часа, надо где-то около 1,5 часа, но все равно это немало, 1,5 часа просто стоять. И знаете, что я делал? Я просто тупо стоял и держал веревочку с флажками. Держал веревочку с флажками. Какой идиот это придумал, я просто не понимаю. Вот мне посмотреть на лицо этого идиота, который это придумал, не знаю, такой зашквар, ой, блин, жесть. В общем, ну, настроение у меня сегодня не очень такое хорошее. Вроде бы надо сейчас видео записывать. Я пришел, начал вот что-то составил, начал записывать видео. И вот записываю сейчас, говорю всякие мысли. Ну, в общем, в принципе, это все. Про 1 сентября я хотел выговориться. Опять же, повторюсь, уже несколько раз говорил, еще скажу, что это будет очень тяжело. И придется пахать просто адски. И... реально будет трудно, особенно я имею в виду про видео. Канал сейчас вот, ну, он сейчас 1 сентября не будет так особо стоять, а вот уже начиная там в октябре, ноябре там и далее все месяца, видеоролики нам вообще почти перестанут входить, потому что будет очень сложно. Вот я рассказал все умные мысли, ну, они, возможно, не умные, просто мысли, которые у меня были, я хотел с вами поделиться насчет 1 сентября, я это все закончу, поэтому давайте перейдем к моему канальчику. Немножко расскажу здесь новости, сейчас на данный момент 581 подписчик, ну, здесь можно посмотреть, 581 подписчик и 95 тысяч просмотров, скоро уже будет 100 тысяч просмотров, уже 100 тысяч просмотров со всех видео. У меня 283 видео, или нет, не 283, около 200, там 212 или 220, такое число, и просто разделите вот эти 212, нет, наоборот, разделите все просмотры на вот количество видеороликов, и получится средние просмотры, ну, сколько просмотров приходится на один видеоролик в среднем, так вот скажем. На канал сейчас двигается, как сказать, ну, иногда он быстро, подписчики прибавляются, иногда очень медленно, иногда стоит. Вот буквально вчера вот была прибавка, по-моему, 4 подписчика вчера прибавилось, сегодня вот снова стоит, но я не знаю, это нормально. Ну, в общем, короче, прибавляется, все потихонечку идет, вроде бы нормально. Насчет видео вроде бы смотрит, только у меня вот есть, ну, как сказать, небольшие вопросы насчет некоторых видео. Например, вот тот же самый прохождение Big Track Rally, почему-то очень мало его смотрит. 19 минут видео всего, это не так уж и много, это наоборот, ну, это и немного, и не мало, это среднее. Вот это вот маленькое количество. Так, вот где-то у меня здесь еще было видео, вот здесь вот тоже 19 минут, практически одинаково. И смотрите, как мало просмотров. Здесь 10 просмотров, здесь 7, поэтому Что-то как-то его особо не смотрит. Ну, в принципе, все остальные нормально. Как, ну, вот еще немножко обеденный переполох, конечно, бывает, что не смотрят. Так, в среднем, вот, ну, за 50 уже завалить. Но это электролетсплей в основном, потому что его очень любят смотреть. Кстати, а что у меня здесь? Здесь у меня почему-то странно вот вместе стоит. Вот Memory Bank, здесь уже 93 просмотра. Это, по-моему, сейчас самое здесь просматриваемое видео. То есть потихонечку все идет, такой течет, медленно, вот так вот. Здесь вот плейлистики мои все тут показываются. Вот вы можете зайти, посмотреть. Это я опять же рекламирую тем, кто вообще не в курсе. Это тут всякая фигня у меня закрытая. Вот у меня есть тут еще две игры, два проекта. Это Слизер ИО и еще Танки Онлайн. Я посмотрел, ну, зашел в эти плейлисты, заметил, что здесь достаточно мало видео. То есть всего 5 видеороликов, и когда я... Нет, даже не помню, когда. Давайте зайдем, так, секундочку, только не врубайся, звук, уходи. Так, отлично. Значит, я выложил 24 апреля, с 24 апреля по 1 сентября я загрузил всего 5 видеороликов. В общем, хочу вот как раз вот этот Слизер и Танки Онлайн чуток почаще снимать, потому что Танки Онлайн, я знаю, что у меня друг смотрит. Также еще всякие другие люди, подписчики меня просят тоже поиграть. Но, в принципе, все это потихонечку будет почаще выходить. Так, ну тут у нас ничего уже нет. Я даже не знаю, что здесь можно еще рассказать. То есть, ну, ничего не изменилось. Вот это я свою фоточку, это я в поле фотографировался, там в поле сзади у меня. Я, наверное, вставлю полную фотографию. Вот у меня там такой вот красивый фон. И я вот решил вырезать, такой типа красавчик стильный, красивое лицо. И вот сюда вот логотипчик свой пихнул. Что еще я хочу сказать насчет вот этого лета, которое у нас закончилось буквально вчера. Целое лето я записывал видеоролики, записывал их достаточно много, я их выпустил более 50, это очень много, я еще столько не упускал, то есть за такой период я еще не упускал видеоролики. Упускал целое лето, потому что у меня был безлимитный интернет, он был очень слабенький, и видео у меня грузились очень долго, поэтому... Я обращаюсь к тем, кто буквально вчера или, может, еще в выходные приехал с дачи, с деревни и так далее. Заглянуть в другие видеоролики, вы можете посмотреть. Тут я начал электролетсплей, он буквально начался у меня в июле вроде бы, где-то у меня здесь первая серия была. То есть сейчас видео выходит через раз или через два видеоролика других. То есть вот здесь через два, тут через один, тут вообще... сразу вроде бы вышел. Тут, наверное, через один видеоролик, поэтому если вы не смотрели его, посмотрите. Вот так вот через раз все выходит. Также другие всякие видео, очень много полезных видео я выпустил. Тут и тактики, и что еще, и прохождение, и вот обзоры. Был Pokemon Go 1-2 месяца назад, я не помню. В общем, посмотрите, обязательно советую. Ну, здесь вроде бы все, поэтому если вы смотрите как один, например, электролетсплей, то зайдите, посмотрите вот прохождение Big Tech Rally, его очень мало смотрят. Еще вот Угольную Армию, вообще 0 лайков, меня что не удивило. Давайте как раз перейдем в менеджер видео, да. Вот здесь показывается статистика, вот такая вот интересная, то есть вот как раз Угольная Армия 0 лайков, тут 2, как-то вот стабильно именно 2 набирает. Тут где-то 5, ну в общем... Все течет. Спасибо вам огромное, что ставите лайки. Мне как раз сейчас давайте плавненько перейдем к комментариям, которые мне вы там оставляете. Есть очень много активных людей, которые практически комментировали, когда было лето. Прям писали по комментариям 10 под каждым видеороликом. Мне было очень приятно, спасибо. Мне многие писали, когда меня блокировали ВКонтакте, то, что вот это все хейтеры. Там был один чувак, который мне писал, типа, все это хейтеры виноваты, чтобы вы там... В общем, все плохие слова писали в адрес хейтерам. Хотя у меня вообще их нету. То есть, как нет? У меня они были. Да всплыли. Вот как-то тут буквально месяц назад мне ставили дизлайки, там были такая вот графа видеороликов, так вот в ряд были по одному дизлайку. Сейчас, как вы можете видеть, вообще 0 дизлайков, это означает, что у меня хейтеров нет. Если, конечно, заглянуть на самые популярные видео, то там будет куча дизлайков, куча. Ну, там я понимаю, конечно, почему они ставят, и я бы сам себе поставил, как я уже много раз говорил. Поэтому никаких хейтеров нет, то это очень хорошо. Я надеюсь, что они не появятся, хоть и... у меня уже какая-то аудитория собралась, но все-таки надеюсь, что не будет. Ладно, перейдем давайте к комментариям, которые вы мне оставляете. Я тут как раз вот на некоторые отвечаю. Сейчас я вам покажу один забавный комментарий. Мне просто... Ну, я над некоторыми угораю. Тут вот мне буквально сегодня написали, что сделать стрим на 600 подписчиков. Я на самом деле... стримы пока не хочу делать, это связано с тем, что у меня нету микрофона, и если я начну записывать стрим, у меня будет просто ужасный микрофон. Сейчас я записываю отдельно в телефоне звук, а если я начну записывать на компьютере, то там вообще просто ужас будет. Вы можете зайти, поискать видео обзор битвы замков игры, вот там у меня как раз и был этот микрофон, встроенный в мой компьютер. Тут вот мне всякие комментарии пишут, вот такие вот стандартные, вот тут вот я первый. Дальше тут вот помогает насчет Trackmania и так далее. Так, где он? Вот этот вот чувак, я прям, знаете, у него просто прекрасная логика. Я не знаю, вот... такие комментарии бывают, но очень редко. И на самом деле, когда они есть, я стараюсь как бы... и поднасрать им, то есть тем, кто это пишет. Мне просто очень угарно. Я специально оставил этот комментарий, как можете видеть, 3 дня назад, и я специально, типа, ответил, типа, вот это провоцирующий комментарий, но он мне не ответил, поэтому, наверное, скорее всего, сейчас я закончу это видео, заблокирую его и удалю комментарий. Ну, вот такие вот иногда бывают, на самом деле, они мне очень нравятся, то, что вот именно я хочу вот как бы поднасрать взаимно. Вот я тут пишу всякие, я очень часто пишу взаимно, поэтому если вы мне будете так отвечать, вот я буду вот это писать. На самом деле я не буду никого вот так же обзывать, я просто буду как бы немножко умнее и как бы обхитрю вас, если вы так будете писать. В общем, мне такие нравятся комментарии. Тут вот пишут вот этот вот чувак Джонни Грид, спасибо тебе, он тоже часто комментарии оставляет, но тут всякие другие, вот Сюрик ТВ тоже активный подписчик. Ну, все остальные, в принципе, нормально так вот. Некоторые пишут, некоторые не пишут. В общем, как-то вот так вот. Повторюсь то, что вот... как раз насчет, еще раз скажу, вот насчет таких комментариев. Если там будет... Если они будут очень агрессивны, если прям там жестко вот будет у автора бомбить, то я, скорее всего, сразу удалю этот комментарий. Но сейчас я буду стараться делать так, чтобы автор, тот, кто это написал, увидел. Если он увидел, то как-то спровоцировать конфликт дальше и так далее. В общем, вот так вот. Также мне очень часто еще пишут, что типа там давай взаимную подписку, подписывайся, ставь лайки, вот это вот всякая хрень. И никакие взаимные подписки, вот это прочую фигню я делать не буду. Мне это просто нафиг не нужно, потому что, ну, будут подписчики, но ведь этот подписчик, он будет неактивным. Он подпишется, но видео смотреть не будет. Ему будет неинтересно. Зачем это делать? Я не понимаю. И они мне сразу вот вылетают в спам. Я их не блокирую, я их удаляю. Я блокирую только тех, кто очень, так скажем, плохо. Те, кто, в общем, обзывается очень плохо. Ну, также еще, я уже говорил, как бы затрагивал вот сегодня, но еще раз повторюсь, то, что вот очень, как сказать, медленно я развиваюсь. Вот примерно где-то год назад у меня было... 100, 105, 110, 109, я не помню, где-то вот так вот всего было подписчиков, сейчас уже 500, и это при том, что я, по-моему, заказывал рекламу только 1 раз, я, по-моему, заказывал, нет, 2 раза заказывал там, 2 раза у разных человек. Вот хочу еще немножко пропиариться, поэтому тихонечку будем развиваться. Я, честно, не хочу зажираться. Мне еще также писали, типа, GoPro рекламируешь канал мой. Я рекламировать никого не хочу, потому что не хочу засирать свой канал рекламой и прочей вот этой хренью, там всякими финансовыми пирамидами. Я надеюсь, что этого не будет. Ну, может быть, что-то и будет связано с рекламой, но это, наверное, уже будет, когда это будет, когда у меня будет больше уже 1000 подписчиков, там 5000 подписчиков. В общем, когда будет актив хороший, тогда уже это все будет. Перейдем давайте к страничке, хотя тут особо говорить нечего. Ничего по сути-то и не изменилось, только вот я не помню, голубь у меня был. Голубь я вроде бы... Нет, у меня он новый поставился, я его новый поставил. У меня такой вот голубь, опять же, вот такая вот адресная строка, тут вот всякие... репосты, вот тут из группы, всякие видео, поэтому подписывайтесь, добавляйтесь, друзья. Если у вас будут какие-то вопросы, то задавайте, я постараюсь на них ответить. Мне, например, много задавали, как скачать SurvCraft. А так, что еще было? Еще насчет Trackmania меня задавали, по-моему, 2 раза или 3. Поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте, я постараюсь на них ответить. Я не обещаю, что я 100% прям знаю ответ, потому что я все-таки человек, поэтому добавляйтесь и... пишите, я вам отвечу. Ну и последняя это у меня группа. Наверное, вот на ней остановимся и закончим это видео. Ой, у меня опять язык заплетается, ненавижу это. Здесь вот у меня вот такая вот новость встречает отличная, то что у меня телефон нормально работает. Действительно, вот привезли у меня 30 августа, или когда там было. Секунду, так. 30, да, 30 августа привезли батарею, новую батарею, такую же практически идентичную, только там другая фирма это сделала похожую. Вроде бы все нормально, заряд держит просто супер, ничего не ломается, поэтому видео я записываю спокойно, как вы знаете. То, что у меня были проблемы с моим телефоном, вот тут я писал то, что у меня интернет, все вот так вот печально, это действительно было так, у меня, я просто не мог зайти из-за того, что у меня при включении телефона он через секунд 20 вырубался, и так бесконечность. Вот, ну тут я уже, вот этот видеоролик, например, записывал с плохим микрофоном, некоторые с хорошим. Также вот мне в группе задают всякие вопросы, как раз когда меня забанили. Также репостят, есть вот как раз вот Кирилл Латыпов, я надеюсь правильно назвал твою фамилию. Он репостил видео, ну где-то сколько там, 2 недели или 3 недели назад. Огромное тебе спасибо, ты вот он как раз здесь. Репост есть, он помог развитию моего канала чем-то, пусть даже не смотрит, я просто вижу, что человек активный и хочет мне помочь. Вот тут как раз вот этот вот у меня пост и висел в самом верху, вот такая вот штука, но сейчас уже все нормально. Ну ничего не изменилось, тут вот как вот было, так и осталось, также выходят новости, видео, вот когда все плохо, все печально, я вот пишу, вот тут вот как раз вчера дожидался, когда наступит прям 12 часов ночи, вот тут написал такую вот тоже постик, котика добавил, вот как раз сегодня подкаст. Ну, не знаю, может кто-то прочитал, нет, тут вроде прочитали, вот один человек увидел это, и вот сегодня, надеюсь, выйдет, потому что, не знаю, в общем, должно выйти. Ну, в принципе, на этом все. Так, давайте зайдем сюда, вот так вот, на этой картине красивой закончим, вот тут ни одного красного вот этой вот фигни, я вот тут такой вот красной штуки нету. Тут везде вот такая вот голубая, это означает, что дизлайков нет. А на этом я заканчиваю этот подкаст. Если вам понравилось, то обязательно подписывайтесь, вот, нажмите вот сюда, вот также можете поставить лайк на этот видосик, даже оставить свой комментарий, почему бы и нет. Добавляйтесь, друзья, задавайте вопросы и также заходите, вступайте в группу, проявляйте актив, там репостите, лайкайте и все такое, мне будет очень достаточно приятно. Ну и в комментариях пишите, какую игру вы хотите, чтобы я прошел. Все игры, которые вы мне пишете, я запоминаю. И когда сейчас вот закончится несколько игр, я возьму эти игры, не все сразу, потихонечку буду их проходить, поэтому обязательно пишите, я посмотрю ваш вариант. На этом все, и всем пакетики.